Буду готовить кашу с мясом для собак своего питомника. Покажу, из чего, из каких продуктов. Продукты бывают у меня каждый день разные. Сегодня это курица и рыбное филе. Собак в питомнике много, поэтому кастрюля у нас большая. Наливаю воду, ложу курицу, добавляю зелень. В зелень любая может быть. Это петрушка, укроп, кинза, все, что есть. Затем рыба, филе рыбы, лук можно добавить, морковь, любые овощи. Крупы я беру разные. Гречка, рис, любые другие крупы. Сейчас у нас идет зима, нехватка витамин, поэтому добавляем в рацион витамины. Рыбий жир. Я покупаю бутылку литровую за 250 рублей. И каждой собаке даю по чайной ложке. Это щенкам и столовую ложку взрослым собакам. Щенкам даю кальций экселевский, 8 в 1. Хондропротекторы, глюкозамин с хондроитином. Мясо, костная мука идет для всех собак. Могу давать, значит, различные масла, льняное, подсолнечное. Вот таким образом у нас варится каша. Сегодня это курица и рыбное филе с добавлением 3 сортов круп, зелени обязательно и овощей.